Над прекрасной половиной населения Армении нависла серьезная угроза. Что делать, когда все мужики бегут от службы? Конечно же, использовать оставшийся ресурс, а именно, прекрасную половину, которой тоже надо зарабатывать на хлеб. Поэтому сегодня в парламент Армении, а также в Министерство обороны будут направлены предложения по увеличению количества женщин в армии. Прирост количества призывников мужского пола превратился в недостижимую цель. Ибо армянские мужчины после разгромного поражения в Карабахе настолько испуганы, что используют любые виды подкупов и взяток, лишь бы их не призывали в разгромленную и слабую армию. В принципе, власти Армении можно понять. У них нет выбора, кроме как использовать в своих черных делах женщин. В условиях демографического кризиса, оттока молодежи призывного возраста, после победы Азербайджана и серьезного дефицита мужского населения, страна оказалась в очень интересном положении. Миф о непобедимой армянской армии был полностью сломлен. Сегодня, когда в Армении вновь появилась инициатива отправить женщин на передовую, возникают два вопроса. Понимает ли армянское военно-политическое руководство, что армянской армии, из кого бы она ни состояла, нет и не будет шансов совершить какие-либо провокации, воплотить попытки реваншизма, да и просто воевать? Готов ли Пашинян отправить в армию своих трех дочерей, и что на это скажет их мать Анна Акопян? Мариам Шушан на Эйарпине тоже вряд ли обрадуются такой инициативе. Вопросы риторические. Ибо нищая армянская армия, которую десятилетиями грабил Роберт Кочарян, уже никогда не восстановится. Особенно, если учитывать экономическую ситуацию в стране и отсутствие бюджета на дополнительное вооружение, которое хоть как-то смогло бы противостоять суперсовременному оружию и военной технике Азербайджана. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.